Вот я сегодня решила провести вам экскурсию в нашем любимом парке рукованных фигур. Когда-то раньше это была одна из достопримечательностей города Донецк. Здесь были сделаны вот такие кованые фигуры разной тематики. Большой парк в центре города. Здесь очень красиво летом, когда все зеленое, когда все цветет. Спаси и сохрани. Спаси и сохрани нас всех и помилуй, Пресвятая Богородица. Просто одно лицо, моя подруга. Посмотрите, пожалуйста. Все узнали, кто это, да? Я водяной. Вот такие вот тут парки кованые фигуры. Подковы. Крест. Это парк кованых фигур. Здесь когда-то было очень много людей. Все гуляли, летом здесь зелено, красиво. Раньше это все подсвечивалось красиво. Вот такой вот мост. Сейчас я вам покажу арку, где все приезжали и во время свадьбы, на свадебной фотосессии, фотографировались на этой арке. Здесь нужно было садиться, вот так вот руки засовывать и фотографироваться. Наш любимый парк кованых фигур. Здесь видите лавочки, все разные, абсолютно разные лавочки, не похожие друг на друга. Вот такие красивые, обручальные. Здесь люди фотографировались на свадьбе. Вот такие лавочки уже развалившиеся, конечно. А вот арка влюбленных. Здесь все парочки приходили и фотографировались на свадьбу. Вешали вот такие вот замочки. Не знаю, ребят, кто на меня подписан, возможно, вы вспомните, возможно, вы узнаете свой замочек, который вы когда-то вешали здесь. Конечно, все это печально, это уже как память. Здесь даже где-то моя подруга, когда замуж выходила, тоже вешала замочек, но я его, наверное, и не узнаю. Вот, видите, как-то так. Это была наша любимая такая красивая арка. Вот так вот, ребят, парк кованых фигур, город Донецк. Пойдемте дальше на экскурсию. Здесь сделаны вот такие футбольная тематика. Это была выставка Евро-2012, по-моему. Ой, вот это, конечно, чудо-юдо. Вот так выглядят все мои хейтеры. Да, очень красивая аллея. Аллея мастеров посвящена Евро-2012. Да. Здесь раньше в парке было очень много детей, мамочек. Город роз. Здесь цвели и цветут розы. Так, а это сейчас я вам покажу с другой. Ворона. Привет, подруга. Лизушка. Лиза, привет. Вот такие вот тут кованые фигуры. Красивые. Ну и, конечно же, Донецк 150 лет. Город-герой, который не сламный, не покоренный, сильный. И будет еще очень много лет процветать, держаться, развиваться и с каждым годом становиться все лучше и лучше, потому что здесь живут люди несламные, непокоренные, сильные. Вот видите, такие красивые. А вот даже смотрите, пожалуйста, кто это? Козак. Даже козак остался. Вот, тоже похоже на моих хейтеров. Вороны жирные.
Так, здесь прошла моя молодость, моя юность. Я помню, как этот парк строили, как здесь все добавлялись фигуры с каждым годом. С каждым годом их становится все больше и больше. Красивый парк. Летом все здесь цветет, все зелено. Такие шикарные. Ребята вообще молодцы, творческие. А это Кубок УЕФА. Это когда у нас был чемпионат. Да. Вот так вот у нас такой парк. А там пытаются что-то достроить. Ну, потому что нет разрушений. Конечно же нет. Видите, абсолютно разбитое здание, разрушенное. А это было самое первое. Любимому городу 140 лет. Вот такой у нас красивый парк в центре города. Парк кованых фигур. Очень красиво здесь. Но грустно. Людей нет. Деток нет. О, я когда-то фотографировалась на этой лошадке. У меня есть фотография, где я туда залезла сверху. Все тоже там фотографировались. Вон детская площадка. Видите, для деток все сделано было. Приходили мамочки, папочки с детками. Ой, сейчас покажу дальше. Вот, пожалуйста. Муха-цикатуха, позолоченное брюхо. Муха денежку нашла. Муха по полю пошла с самоваром. Это здесь все сказочные герои. Сказок. Вот Чебурашка. Да, конечно, здесь трудились ребята, делали все от души. Токио, Киев, Париж. Вот такой вот глобус или колобок, кто это? Корабль такой. Ох, ребят, как же здесь все напоминает о моей молодости. Какие здесь красивые. Вот такая качель. Качелька. Мне кажется, только донецкие поймут, что это за весы. Это весы, в которых только ленивый не сфотографировался. Мне кажется, у каждого есть такая свадебная фотография. Ну и вообще фотографии, где остановился жених и невеста, и кто кого перевесит. У меня тоже где-то была тут фотография в детстве. Боже, какое здесь все родное. А вот Донецкий технический университет. Вот техникум, пожалуйста, Донецкий, сразу напротив. Правда, он пострадавший, разбитый. Я даже не знаю, работает он или нет. Здесь вот все стекла выбиты, наверху тоже все выбито. Пострадавший, больной, но не сломный наш город Донецк, герой. А вот еще евро 2012. Вот такой вот здесь православный маленький памятник, где висят иконы. Это, наверное, то, что нас, дончан, отличает от всех остальных. И наша вера православная, сильная, крепкая. Наши молитвы оберегают наш родной город.